Устройство нехитрое, подключается и работает от прикуривателя автомобиля. Купил я данное устройство, когда у нас прошел ледяной дождь. Пожалел о том, что я его не купил заранее. Если бы я его купил заранее, было бы намного лучше. Вот так вот оно выглядит вблизи. В принципе, дизайн, ну, на любителя. Нормальный дизайн, единственное, что я думал, что вот здесь липучка будет, но ее на самом деле нет. Хотя она спокойно ставится куда хотите и, в принципе, немного помогает. Все-таки быстрее будет с помощью данного устройства лобовое стекло оттаивать. Здесь на переключателе три режима, ну это тепло, выключено и холодно. Не знаю, зачем они сделали просто режим фан. У меня в машине печка начала барахлить. Ну, в общем, она живет своей жизнью. То греет, греет хорошо, то вообще перестает. Такая штука полезна.